Мороз. Дед Мороз? Вот тогда. Почем я знаю, может, Кощей бессмертный. Вот оно что. Разыграйтесь о метели, гните снизу сосны, ели. Все, что в этом есть в лесу, все засыплю за лесу. Так, стоп, руками я махать умею. Подождите, подождите, сейчас ребята нас рассудят. Кто загадка отгадает, тот и Дед Мороз. Давайте свои загадки. Загадки я люблю. Мы вдвоем катали конь, шляпа старая на нем. Нос летел в дневник, получился... Водяной! Ой, это он всегда старый шляпик. Снеговик же, да, ребята? Да! Ногу там свечуя, с горки снежной вниз лечуя, стал спорт над ней ближе, кто помог мне в этом? Кощей бессмертный! Это он очень любит спорт, особенно мои страны. Лыжи, ребята! Лыжи же, да, лыжи! Лыжи! Да кто же ты такой? Смотри, кто там? Кто там, ребята? Кто там идет? Не видите, нет? Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я, и больших, и маленьких, шустрых и удаленьких. Вижу, я вы не ленились, и на славу потрудились. Хорошо украсили елочку душистую. Вот она какая, стройная, пушистая и нарядная на диво. Все игрушки хороши. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуй, внученька! Дождались мы тебя с ребятками. А вы, детишки, рассаживайтесь поудобней. Смотри, какой большой мешок с подарками мы для вас приготовили. Сейчас будем подарки доставать. Ну-ка, внученька, подержи мой посох. Сейчас я буду подарки доставать, а ты детишки будешь. Что это? Рваный ботинок. Коричневый. Ничего не понимаю. Как он сюда попал? Еще раз попробую. Что за диво дивное? Ну-ка, внученька, загляни в мешок. Посмотри, какие еще сюрпризы в нем стоят. А вот у тебя чего получится? Ой, смотрите, письмо. Читай его скорее, внученька. Чую я, что-то неладное здесь творится. Из 39-го царства, из 30-го государства, озорника на озорницу в школу номер 158. Для гостинцев новогодних, 3000 чертей лягушка вам за воротник. Не видать вам подарочков ваших огоньков на елочке, как ваших собственных ушей. Все мне достанется. Ваша любимая бабулечка и бабулечка. Опять бабуяга? Опять она за старая? Что же нам теперь делать-то, ребята? Не тужите! Наверное, у нас есть волшебный ребенок, который приведет нас к нашим подаркам. Стоит нам только волшебные слова сказать. Ребята, вы готовы нам помочь? Да! Итак, перекатись, как вас ребенок, да на запад, на восток, путь дорожку укажи, нас к подаркам приведи. Вот мобилен ветерок, холодом пахнуло, будто зимушка зима у колома. Полетели с высоты белые души, на деревья мосты падают с пыли. Thank you.
что там хочешь. Кажется вам, ребята, нет? Нет. Что-то как-то морозит. Точно кто-то заморозить нас хочет. Мне холодно стало. Профессионалов не обойти. По щучьему веленью, по моему хотению, катись печка домой. Эники, Эники, ты передо мной, не
на твой взгляд, как будто не видно. Если кто такой, где у нас порог, честно, тут не хочет. Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой. Зайцы, были это? Отряд без надо прибыл, значит. Решили мы тренироваться. Я не волк и не лесу, и боюсь в родном лесу. Беда у меня, зайцы. Подарки пропали. Особый приметный. Мешок такой. Большой, красный. Его украла нечистая сила во главе с бабой Игой. А какие у нее приметы? Да какие у нее приметы? Старая, злая, вредная. Мешок! Баба Ига записку оставила. Ни в чем не виновата, целый зал свидетелей. Бери бетишки, будь внимательней. Баба Ига обмануть не хочет. Ну что, зайчик, вы пока с детишками поговорите, а мы со Снегурочкой пойдем за Бабой Игой. Ступи летаю, детей похищаю, в избе на куриной ноге проживаю. Красавица златокудрая, зовут меня... Бабой Ига! Правильно. Примученный друг на болоте, вы ее непременно найдете. Не рыбка она, не лягушка. Моя дорогая подружка, стройная фигурка, а зовут ее... Снегурка! Есть еще в лесу один очень важный господин. Он весь шишками оброс, на лице лишь виден нос. Леший! 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 Дедок лесовичок. Три его водиться, и не хотят водиться. А все его подружки, пиявки до лягушки. Вот лесу, здорово, добрый дедушек. Он живет в глуши лесной, в сердце моего герой, он костями громыхает, и в окружении всех пугает. Это что за старичок? Сообщение из восточного сектора. Объект замечен в компьютерном классе. Прорываемся в интернет. Будем брать. Вперед, поднимемся. Спокойно, спокойно, давайте морковку мазать. Хорошенько мажьте, чтобы хорошо приклеились. Ты сам-то не приклейся. Ничего, ученый. Мальчики, я приклеила. Вишня, зайцы идут. Сдвинемся, попробуем оторвать. Я сама. Если кто такой, где у нас порой? Честно, не получу. Прямо по курсу. Объект вижу. Вашу спину можно и снимать, вы так выходите вот в центр. Вот скажи, Баба-Яга! А ну отдавай эти подарки! Я им три мучи лес отвезла, там потеряла ничего, не помню, там лес скачай. Они, дедушка, наши зайцы победили. Ах, вы негодники! А ну отдавайте наших зайцев и подарки верните, и огоньки на елочку. Хорошо, отдайте им ваши зайцы, водите подарочки, нужны? Да! Огоньки на елочке!
ребятами быстро сделать. Правда, ребята? Да! Ну, посмотрим, посмотрим. Я не знаю, как детишки любят играть в снежки, особенно мальчишки. Может, найду какого-нибудь мальчика и быстренько его съем. Бабушка, опять ты со своей? О, я пошутить его. С вами нельзя, давай соревноваться. Я убью. Мальчишки, уходите все!